Вітаю, це актуальне інтерв'ю. Мене звати Андрій Нікітін. Зазвичай я оголошую тему нашої розмови, але сьогодні лише представлю гостя нашої програми. З нами голова громадської ради при Дніпровській міській раді Геннадій Корбан. Геннадію Олеговичу, я дякую, що приймаєте нас у себе. Власне, перше питання. До політики ви прийшли у 2014 році. Вас запросив Ігор Коломойський. От яка була його мотивація запросити вас? І чи не жалкуєте, що стали публічною персоною фактично? Я вам скажу так, мені складно розсуждати його мотивації. Возможно, це зв'язано з тим, що до цього ми співпрацювали в різних проєктах где-то около 14 лет, и он знал, что я достаточно эффективный менеджер в бизнесе, в проектных вещах, да. Я являюсь кризис-менеджером, поэтому как бы ситуация тогда в 2014 году была кризисная, вы помните. И я думаю, что именно на этом основывалось его приглашение. Я не жалею о том, что я пошел, потому что, наверное, это были лучшие из того, что у меня было до того в жизни. Это была большая честь и большая миссия в тот момент оказаться в руководстве области Днепропетровской. Мы все помним этот момент, да? Исторический и трагический момент для нашей страны. И действительно тогда был риск большой, угроза большая потери независимости Украины, потери государственности вообще как таковой. И поэтому я не просто не жалею, я говорю, что это один из лучших моментов жизни. Это то, о чем можно будет рассказывать детям, внукам, будущим поколениям, в конце концов. Да? То есть есть что вспомнить, как говоря. У 2014-2015 році в адміністрації ви очолювали апарат. Філатов займався внутрішньою політикою, Олійник – правоохоронними органами. Але фактично і ви, і ваші колеги займались питанням війни та миру. Мабуть, це зараз також актуально, оскільки змінно українську делегацію в ТКГ. Фіналізуючи, можна сказати, питання війни та миру, чи поверне Україна Донбас і Крим, як вважаєте? Ну, давайте будем реалистами. Я верю в то, что Украина в состоянии вернуть Донбасс. Я очень хотел бы, чтобы вернулся Крым в состав Украины. Но мы должны все понимать и отдавать себе отчет о том, что Российская Федерация не просто захватила Крым, не просто его аннексировала. Они его включили в состав Российской Федерации. Поэтому на сегодня Крым, для того, чтобы возвращать, да, ну, нужна не просто военный перевес, а нужны какие-то еще и политические какие-то события для того, чтобы российские власти имели политическую волю для того, чтобы открутить это все назад. Потому что если Донбасс – это сегодня серая территория, это территория Украины, но при этом никуда не входит, да, ни в какие другие государства, то Крым конкретно аннексирован і конкретно включен в состав Російської Федерації. І ці поправки, що були, до речі, прийняті, да? Про невід'ємність території. Ну, звісно. Тому в цьому є складність. Я считаю, дуже велика. Ну, тобто про строки ми говорити не можемо, лише зміна політичних якихось орієнтів. Ну, давайте, є маса історичних прикладів. Допустимо, якщо ми візьмемо Кіпр, да, який розділений по сей день, скільки вже це відбувається? Літ 60, по-моєму. Ну, десь з початку 70-х років. Да, тобто, коли був конфлікт Греції та Турції, да. Тобто, Кіпр розділений по сей день, і навіть об'єднана Європа, при всей, так сказать, своем потенциале и влиянии не смогла пока решить этот вопрос. Поэтому такие ситуации в мире бывают, они случаются. Территориальные конфликты иногда они зависают на долгие годы и столетия. Единственное, что жалко, что при этом страдают, конечно, обычные простые люди. Геннадій Олегович, от ми вже згадали, що ви очолювали апарат обласної державної адміністрації, ви були головою партії «УКРОП», ви були кандидатом на посаду мера Києва, ви були кандидатом у народні депутати. От зараз ви очолюєте громадську раду при міській раді. Як вважаєте, от на сьогодні ваш потенціал як політика вичерпаний в тому плані, чи досягли ви певної вершини?
Нет, конечно. Нет. Пока нет. Пока потенциал не исчерпан. Я думаю, что у меня все впереди. У меня есть такие мысли. Вот. Но сейчас у нас местные выборы. Я пока не для себя не принял решение об участии в местных выборах. Вот. Я думаю, что мой потенциал можно использовать гораздо больше и шире. На загальнонаціональному рівні? Возможно, да, на загальнонаціональному рівні. На сьогоднішній день ви очолюєте громадську раду при міській раді. Yeah. Багато хто говорить, що це така тіньова міська рада. Взагалі, от який функціонал того органу, який ви нещодавно очолили? Прежде всего, громадська рада, вона створена для того, щоб контролювати діяльність виконавчих органів, департаментів, які входять в состав виконавчого комітету горсовету. Річ йде о чиновниках, річ йде о требованиях гражданских организаций, которые занимаются различными отраслями в городе, да, то есть как бы проявляют активность в этих отраслях. И громадской раде не хватало действительно какого-то влияния на департаменты, на непосредственно исполнительный комитет горсовета для того, чтобы реализовать те или иные чаяния граждан или каких-то сообществ. Поэтому меня пригласили члены громадской рады, я ее возглавил. Сказать, что это теневая структура, ну, это просто алогизм, потому что это официальная структура. Это структура, которая утверждена декретом кабинета министров. Вот, собственно, поэтому ни о какой тени не идет речь, никто не прячется, все на свету. Геннадій Олегович, от ви декілька разів сказали слово «контроль». Да? Чому цей контроль виражається? А я вам скажу, очень много решений и много различных обращений, которые не исполняются чиновниками. По разным причинам. В силу загрузки, в силу перегрузки, в силу нежелания, в силу того, что чиновники жалуются, что у них маленькая зарплата, и много разных других причин. То есть вы же понимаете, что горсовет – это огромная, большая структура, которая, по сути дела, является управляющей структурой в городе. Ну, майже 2000 чиновников на сегодняшний день. Да, по-моему, меньше. По-моему, 1893, может быть, точно. Да. И вот представьте себе, вот армия чиновников, да, которая должна, по идее, как бы удовлетворять всех граждан, которые здесь живут. Но, тем не менее, ну, это у нас давно происходит. Это не потому, что именно в эту каденцию так сложилось. У нас 30 лет. Особо-то никто ничего не делал. Поэтому вот громадская рада – это как раз тот орган, который чиновникам, так сказать, дает пинка, помогает мэру в его работе, для того, чтобы он мог отвечать за свои обещания. Вы сказали такую фразу «пинка чиновникам». Да. Как это на практике выражается? То есть я вербально, кто-то приходит, там, вы, скажем, чи члены громадской рады, чи какие-то документы принимаете, решения, відповідні? Нет, это все действительно происходит и формально, и вербально. То есть, во-первых, громадская рада имеет свои, внутри имеет свои комитеты. То есть, вот, условно говоря, как в горисполкоме есть сферы деятельности ЖКХ, транспорт, медицина, образование, да, социальная сфера. Точно так же в громадской раде распределены так называемые комитеты. За каждым комитетом закреплены те или иные громадские организации. Они выносят, сначала проблематика попадает в комитет, он рассматривает его, пытается решить. Если не получается, они выносят ту или иную проблему уже на заседание всей громадской рады. Я непосредственно подключаюсь ко всем вопросам. Иногда это происходит вербально. Я звоню чиновникам, я приглашаю их на встречу, я встречаюсь с ними, мы их приглашаем на встречу. В горсовете есть помещение громадской рады. И решаем эти вопросы в индивидуальном порядке, то, что называется. Так, а сюда запрошивают, где мы сейчас находимся? Иногда, да, иногда сюда запрошивают. Приезжают? Приезжают, да, почему нет?
Геннадію Олеговичу, відомо, що Борис Філатов, діючий міський голова, є вашим другом. Але хотілося б почути оцінку вашу, його діяльності з точки зору не міжлюдських стосунків і відносин, а з точки зору виконання ним функцій міського голови. Ну, смотрите, самое главное, вот нужно всегда, особенно человека, который работает для людей, который избран людьми, очень важны его обещания. То есть давайте возьмем обещание Филатова, когда он шел в мэры, и посмотрим, что из этого он сделал. То есть если мы возьмем их в удельном весе, то практически 85% из того, что он обещал, он сделал. То, что касается, единственная у нас проблема, это правда. Большая проблема – это медицинские учреждения. Объясню почему. Еще год назад, то есть все это время, когда-то еще был кто-то при Януковиче, делал так называемый медицинский эксперимент. Пани Гинзбург, стоит. Пани Гинзбург, да, и так далее. И все больницы города, а их более 25 на территории города, это не считая областных, были переданы областной власти. Таким образом, произошло двоевластие. С одной стороны, город финансировал больницы, содержание оплачивал, да, зарплату, коммунальные расходы и т.д. и т.п. С другой стороны, распорядителем являлась область. Год назад с невероятными боями, с невероятнейшими, нам удалось, Филатов, он тогда писал и кричал, и обращался к различным там чиновникам. Дискуссия была с главой областной рады. Дискуссия была с Прыгуновым, мы выясняли с ним отношения, потому что мы не понимали, почему они держат это, для чего им это надо. То есть они ладу дать этому не могут, но и при этом, так сказать, не заботятся об этом. Поэтому мы вырвали городские больницы. Больницы были переданы в тяжелейшем состоянии. Вот просто полная разруха. Следующая каденция Филатова – это будет медицина. Приоритет – медицина. По поводу парков. Действительно, это тоже проблема. Почему проблема? Потому что парк Шевченко – один из красивейших парков. Парк Глобы – красивый парк в центре города. На них сделана уже проектная документация. Так, и, до речи, вот одни из минулых сессий их ликвидовали, коммунальные предприятия. Нет, их объединили. Объединяли в одно. Их так, объединили в одно предприятие, потому что, знаете, вот в парках всегда как было. То есть на самом деле это же коммунальные предприятия. Да? То есть каждый парк – это отдельное коммунальное предприятие. В каждом коммунальном предприятии залазил какой-то там, кто-то туда его облюбовывал, какой-то чиновник, какой-то бизнесмен, какой-то еще кто-то. И фактически они работали в отрыве от города. Никто там ничего не делал. Там расставлялись ларьки, лотки, шашлычницы, дискотеки. То, на чем зарабатывало, очевидно, руководство парка. То есть Филатов в какой-то момент сказал, что это надо прекратить. То есть надо либо парками заниматься, потому что вот эти вот отдельные коммунальные предприятия, каждый парк, каждый там себе директор, кто-то что-то делает, город с этого ничего не получает, но они карманы себе набивают. Поэтому было принято такое решение объединить парки под один департамент, под одно управление, для того, чтобы действительно нормально заняться рекреационными зонами. А это, по сути дела, рекреация. Ну, так и называется коммунальное предприятие, создается парки, вторая рекреация. Да. Поэтому паркам будет в следующей каденции Филатова уделено особое внимание. Я вам скажу, что, поверьте, это будет знаково не только для города, для страны. Это будут необычные парки. Это будут фантастические места, куда, я надеюсь, будет приезжать со всей Украины. И проекты уже сделаны на парк Шевченко вместе с островом. Я видел этот проект, это действительно достойно наших горожан и достойно вообще граждан Украины сделано.
Геннадій Олегович, не можу вас не спитати. В публічну політику Філатов прийшов фактично в один рік з вами у 14-му, ну, якщо не вважати губернські хроніки публічною політикою. І, ну, якоюсь мірою привів, можна його сказати, Ігор Коломойський, колишній губернатор Дніпропетровської області. Відомо, що у них з Філатовим дуже погані зараз стосунки, фактично стосунків ніяких не існує. Як у вас з Ігорем Валерійовичем? Ну, я не поддерживаю отношения, я не, публично не выясняю их с ним, да, но мы не поддерживаем отношения уже больше года или полутора лет. Как бы наши дороги разошлись, у каждого своя жизнь, свои планы на эту жизнь, да, плюс, ну, как бы, будем так говорить, это мировоззренческие вещи, да, то есть, как бы, мы живем здесь, в Днепре, мы строим город. Мы хотим, чтобы этот город превратился в что-то особенное. Всегда городом гордились, что даже говорили всегда, что Днепр уже не первый, но еще, вернее, как, еще не первый, но уже не второй, да, город. Вот мы хотим добиться, хотя бы вернуть этот статус. Игорь Валерьевич, он давно здесь не живет. Собственно, как и не жил до этого. Да? То есть он и до 2014 года здесь не жил, жил за границей в основном. Швейцария, Израиль. Ну да, там в других странах. Да. Сейчас он тоже не живет здесь, больше времени проводит в Киеве, там его интересы, там политика, бизнес. Поэтому он давно уже оторван от города, ему это неинтересно. И его здесь с городом ничего не связывает. Але конфліктів у вас ніяких не було, що б стало точкою, скажімо, як у Філатова, він в одному з інтерв'ю говорив, коли вони розійшлися. Так, щоб ми там отак поругались, друг друга послали на три букви, такого не було. Просто в якийсь момент у нас були різні розмови, ми зрозуміли, що мировоззренчески ми різні люди, у нас різні цілі, різні плани, і, як би, собственно, більше нас нічого не об'єднує. Вот і все. Геннадію Олеговичу, нова команда при владі вже більше року. Так, президент Зеленський більше року, монобільшість, умовно монобільшість, рік. Ваша оцінка їх діяльності? Я вам скажу так, у мене така ж оцінка, як і у всіх граждан. Знаєте, ми всі испытываем неке розчарування в тому, що відбувається. Тому що ми всі, я в тому числі, з определеною надеждою, голосовал за Зеленского и даже призывал за него голосовать. Но теперь, ныне, я испытываю разочарование, как и многие-многие люди, от которых я слышу точно такие же настроения. То есть это некомпетентные люди, это не командные люди, понимаете? И самое интересное, что вот они все больше и больше возвращаются к тем старым методам управления, которые, собственно, и были в этой стране. То есть они не поломали систему, в чем была надежда людей, что они переломят эту систему. Не сгрубили их. Да, а система фактически их втянула внутрь себя, и они ассимилировали. Им стало хорошо, им стало комфортно, уютно, тепло. И они стали такими же, как и были те, кто были до них. Понимаете, вот каких-то системных реформ, ну, мы видели эти скандальные реформы, связанные с землей, с казино. Честно говоря, я это не поддерживаю. Сказать, что это какие-то прорывные вещи, ну, не знаю. Это спорный вопрос. Обещали народовластие, обещали референдумы по каким-то вопросам. Этого нет. Говорили, что остановим войну, войну не остановили. Я вообще считаю, что войну нельзя остановить. Ну, то есть война, в ней можно или победить, или проиграть. Что такое остановить войну? Заморожений конфлікт буде, як на Кіпрі, як у Придністров'ї. Заморожений конфлікт не веде ні к чому хорошому. Тобто ми бачимо приклади заморожених конфліктів. Це частина Молдови, це частина Грузії. Тобто да? Как бы, це ж ні к чому не веде. Тобто не можна зупинювати війну. Її треба либо виграти, либо проіграти. Либо водрузити флаг, либо, так сказати, підписати акт капітуляції. Да? Ну, тобто, условно говоря, да? Тобто вибор. Ну, в войне ее нельзя остановить, да. Да. Поэтому, как бы, это мое личное мнение. Поэтому, когда вот говорят, там, что они остановили войну или что-то остановили, ничего они не остановили, война продолжается. Просто внимание людей переключено от военной темы.
И нету, как раньше, вот таких вот каждодневных сообщений. Но поверьте, люди гибнут каждый день там. Каждый день что-то взрывается. Ну и так далее. То есть проблема не решена. Мы видим, что есть изменения. Одну группу переговорную распускают, другую группу назначают. Это же не говорит о том, что остановлена война, правильно? От стосовно тих, кого обираємо, от у нас будуть місцеві вибори вже скоро, такі прізвища: Філатов називають, Бужанський, Риженко, Вілкул, Нікітін, Гуфман. Хто ваш кандидат? Мой кандидат тільки Філатов. Тільки Філатов. Тільки Філатов. Геннадію Олеговичу, вже підсумовуючи нашу розмову, трохи хотілося поговорити про вас як людину. От ми знаходимося тут, тут ваше робоче місце, близько ваш дім. Скажіть, чи любите ви гостей? Який відпочинок любите активний? Чи вдома сидіти? От як? Я вам скажу так. У мене не так багато часу залишається для личної житті. Потому что много запирает работа. Я трудоголик, я люблю работу свою, я не жалуюсь, я ее люблю, но она забирает много времени. Поэтому, да, я действительно отдыхаю дома с детьми, дети живут со мной, и я провожу с детьми время, выходные в основном дома. Иногда куда-то выезжаю, но не так часто, как хотелось бы, да. Чтобы сказать, что я хожу тусоваться там где-то, нет, я веду достаточно закрытый образ жизни, ну, такой непубличный, что ли, да. И тогда выхожу на улицу, разговариваю с людьми, ну. Ну, тим не менше, от ви зареєстровані в соціальних мережах і навіть відкрили невелику таємницю, да. Про це інтерв'ю ми домовлялися в месенджері. Да. Ви самі ведете Фейсбук? Да, конечно. Да, все да. Самі пишете? Все сам. Наостанок, ви є цінувальником сучасного мистецтва. Чому так, коли виникло це зацікавлення, кого з художників, зі скульпторів найбільше поважаєте, любите, цінуєте? Это, скажу так вам, этим увлекся 20 лет назад. В конце 90-х, в начале 2000-х, да, ну, это просто вот, не знаю, такая вот, наверное, знаете, есть пирамида Маслоу, да, вот я, наверное, нахожусь на какой-то ступени, где есть эта потребность. Я люблю действительно прикладное искусство, в основном это искусство начала 20 века, и современное искусство, и послевоенное искусство. То есть это не украинские авторы, не российские авторы. Это в основном модернисты, европейские, парижская школа, послевоенное американское искусство, современное английское искусство. Ну, как бы вот, вот такие вещи. Геннадію Олеговичу, дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з Геннадієм Корбаном. На все добре.